Косметичка по советам звезд и блогеров просто какая-то получается. Мы здесь все на вечеринке, просто шампань у нас во все стороны. Ребят, всем привет, я вам предлагаю сегодня насладиться благодатью хорошей косметики. У нас сегодня с вами вот что. А что это значит? Это значит, что... наш любимый косметичка «Свободная цыганская жизнь» снова с нами. Мы с вами складываем в эту косметичку самую лучшую косметику и достаем тоже самую лучшую косметику. Ну, просто какой-то, знаете, саквояж Мэри Поппинс. Просто какие-то чудеса здесь происходят. Поэтому сейчас мы устроим изыдие замечательной косметики из этой косметички. Это те находки, которые в последнее время я сделала. И вообще мне в последнее время, знаете, прям везет, потому что я тестирую, и все классное. Ну, не все, конечно, иначе было бы скучно. Скучно, правда? Но очень много находим мы с вами прям замечательных всяких средств, о которых нужно поговорить. Итак, с чего мы начнем? Запустим свои ручки туда и достанем. Что же мы достанем? А, давайте достанем вот это вот. Это диоровский праймер. Мы с вами его тестировали в видео про косметичку Полины Гагариной. И Полина пользуется этим праймером, который она замешивает вместе с хайлайтером. Ну, как-то хайлайтер-то я не нашла, насколько я помню, для того видео. Но праймер... он так мне понравился, такой хороший праймер, и я его с удовольствием использую сейчас практически под все тональные основы, которые я наношу, но в основном, кстати, для видео на улицу я, хотя нет, на улице тоже использую вообще-то. Это праймер, который невероятно легко ощущается на коже, он придает лицу прям такое здоровое какое-то ощущение и вид, при этом он не сияющий, он такой, знаете, просто как водичка, и слегка как будто увлажняющий и приятный, и просто на него хорошо ложится любой тональный крем, поэтому если вы вдруг любитель вообще люкса невероятного, то почему бы вам не попробовать вот такой праймер от бренда Dior Backstage. Стоит он, по-моему, 2000 рублей. То есть, ну, для Dior это нормальная цена, потому что это типа их вот этот вот второй такой немножко подешевле бренд. Следующее, что мы достаем, я уже не смотрю, я прям достаю, что достается. Это вот такая пудра фиксирующая от бренда Kika Milano. И это пудра, которая у них в бестселлерах уже там с момента ее выпуска. Пудра интересная, потому что здесь вот такая вот система, вот такая вот штуковина, которую вы должны на свое лицо вот так наносить. Я не буду этого делать, а то, знаете, останется сейчас какое-нибудь пятно, и потом будет не очень хорошо с ним сидеть все видео. Пудра рассыпчатая, так в горло попала немножко. И это пудра, которая вообще не видна на лице, то есть она абсолютно никак ее нельзя, в общем, увидеть глазом. Невероятно мелкий помол, замечательная пудра, вообще никак не ощущается и хорошо фиксирует любой макияж, и плюс еще к тому она, естественно, матирует. Но матирующая не сильно, не до какого-то убийственного состояния, а так, чтобы вы выглядели свеженькой и симпатичной. Дальше, ну давайте уже вот это, потому что я не могу больше терпеть. И это палетка, которая называется Born This Way от бренда Too Faced. Палетка настолько восхитительная, что я точно такую же палетку купила и подарила своей подружке. И это палетка, которая была вдохновлена их оттенками тональных основ. Поэтому, ну, собственно, сами цвета в этой палетке называются как оттенки тональных основ от бренда Too Faced. Честно говоря, Born This Way далеко не моя любимая тональная основа, хотя у нее есть свои поклонники. Достаточно много, особенно в Америке она популярна, но на мне она как-то не работает. Но, тем не менее, палетка просто шик. Если вы любите нюдовые палетки, обратите на нее свое внимание. Понятное дело, в российской Sephora она стоит немножко дешевле, чем, например, в Sephora американской. Но из американской Sephora надо с посредником заказывать, поэтому, в общем-то, можно обратиться и к Sephora нашей. И, как вы можете заметить, здесь она тоже, как многие нюдовые палетки, сейчас разделена, ну, как бы на три таких части. То есть вот это вот совсем такие нюдовые оттенки, самые светлые. Вот здесь вот мы видим что-то такое розоватое, то есть они, видите, еще так пересекаются между собой. И вот эта часть самая темная, такая самая насыщенная и золотистая. Хочу вас предупредить, что если вы ищете какие-то холодные нюдовые, то опять, эта палетка вообще не в ту степь, потому что она явно, ну, с таким каким-то тепловатым отливом. Здесь это довольно сильно заметно, и здесь есть такие прям сильно розовые оттенки. Оттенки замечательные, пигментированные, такие красивые, имеющие свою какую-то собственную текстуру. И сияющие есть, и не сияющие, и матовые, и какие угодно. Великолепно растушевываются, и я даже вот этим вот цветом, который самый последний, рисовала стрелки, и они практически не осыпались, что достаточно редко бывает у каких-то темных оттенков, если вы их используете
можете для рисования стрелок с помощью вот такой вот маленькой скошенной кисточки. Я в инфобоксе оставлю ссылку на видео, где у меня на глазах эта палетка, чтобы вы посмотрели, как она выглядит. Ну, в общем, палетка супер классная, так что если вы очень ее хотели, но сомневались, то могу вам сказать, что она действительно классная и рабочая, такая прям нюдовая. Что может быть лучше, чем нюдовая палетка? Может быть бронзер? Нет, бронзер вряд ли это лучше, чем нюдовая палетка, но кому-то интереснее бронзеры. И вот этот бронзер я вам уже показывала, он мне пришел в рассылке от бренда Clarins, я в него совершенно влюблена. Он сейчас на мне, кстати говоря. И это бронзер, который, во-первых, он ароматный, он пахнет каким-то потрясающим просто летним запахом, а во-вторых, он хорош тем, что здесь 3 оттенка, и это оттенки, которые не матовые, они чуть-чуть такие сатиновые, но прям живые, идеально растушевывается, идеальный дает бронзовый цвет. Это, наверное, самый лучший бронзер, который я вообще за свою жизнь встречала. Настолько он хорошо растушевывается, настолько он не оставляет вообще никаких пятен, никаких отдельных кусочков. И я использую вот эти 2 оттенка. То есть вот этот темный для меня прям темноват. Хотя, в принципе, с его помощью можно затемнить там складку века и вообще много чего наделать на своем лице. Можно его использовать даже в качестве такого скульптурирующего оттенка. Но я что делаю? Я просто смешиваю вот эти вот 2 цвета и наношу как бронзер. Дальше у нас новая палетка от бренда Benefit. Вот такая вот. На самом деле, такие палетки у них были какое-то время назад, а потом они их перевыпустили. И в этой палетке есть все, что нужно для макияжа бровей. Но нет, вообще-то я загнула. Для бровей еще понадобился бы пинцет, еще бы что? Ну, карандаш было бы неплохо. Но в этой палетке, в общем, есть почти все, что вам нужно для макияжа бровей. Давайте посмотрим вместе, что находится внутри. Здесь 3 оттенка воска. Вот такой вот воск, который я использую, такой топовый какой-то цвет. Этот воск я вообще не трогала ни разу, потому что, ну, он явно для меня будет слишком рыжий. И вот такой прозрачный воск тоже для бровей, который просто замечательно фиксирует брови. Они при этом остаются подвижные, то есть они не фиксируются, как, знаете, такие железобетонные бровки, которые вообще никак не шевелятся. Они такие, ну, типа, если вы проведете рукой, то вы почувствуете, что они немножко сальненькие, но, по крайней мере, они хорошо зафиксированы, и они у вас не будут просто вот так вот стоять без всякого движения. 2 кисточки, которые я не использую, потому что мне просто это неудобно, и также 4 оттенка пудры для бровей, из которых я использую только вот этот и иногда еще вот этот темный, ну, потому что это оттенки, которые мне больше всего подходят. Что я делаю? Я сначала наношу вот этот воск, использую я свою обычную кисть от кого? От Stellery, которую я вам показывала много раз, но почему-то я сейчас ее куда-то делаю и не могу найти. Это очень странно. Ну, в общем, сначала я наношу воск, и потом я уже вот этой пудрой просто прорисовываю брови. Кстати, сейчас у меня не эта палетка на бровях, а жаль, потому что она действительно замечательная. Что у нас дальше? Дальше у нас тени от Armani. Это айтинт, который мы использовали в видео с макияжем Полины Гагариной. Я все никак не могу, знаете, забыть это видео, потому что Полина Гагарина нам много чего хорошего насоветовала. Как, кстати, Меган Маркл. Я помню, что после видео про Меган Маркл тоже было много всяких интересных находок. И это стандартный айтинт от Armani, который имеет какой-то потрясающий глубокий оттенок. Это кремовые тени, которые суперстойкие. Если вы их наносите в один слой, они просто такие, знаете, немножко полупрозрачные, но если вы их наносите в 2 слоя, то там раскрывается вся глубина этого оттенка. И у меня это оттенок под номером 46. Кстати, почему-то у него есть название, я помню, но здесь почему-то не написано название. И это тени, которые выглядят невероятно, просто невероятно благородно на глазах. Но, кстати говоря, многие считают, что идеальный аналог вот этих вот теней от Armani это металлизированные тени, которые выпускают Lux Visage и которые выпускают, по-моему, Белор Дизайн тоже выпускают, Color Drops, которые называются. В общем, белорусские тени, которые стоят не 2000 рублей, в отличие от iTint'ов, а 200 рублей. Так что, в принципе, можно сравнить и наверняка найти аналог этому оттенку. Дальше у нас снова бренд Kika Milano, и у них коллекция, которая называлась «Тосканское солнце», что ли эта коллекция называлась, но весенняя коллекция, которая до сих пор у них есть в продаже, такая лимитка была весенняя, у них вышел вот такой вот замечательный хайлайтер-румяна. Просто потрясающей красоты вещь, и здесь хайлайтер, но он как бы сияющий, но он не прям сильно сияющий, и румяна такие же сияющие, но не прям сильно сияющие. Вы можете их смешивать, вы можете их использовать по отдельности, я их использую и так, и еще здесь аромат. А, вообще Кика пишет, что это аромат ириса на своем сайте, но я не знаю, вроде как аромат какой-то, знаете, просто сладковатый, немножко цветочный, ну, наверное, такой
типа, похожий на аромат ириса. И вообще эта коллекция, я считаю, у них была исключительно удачной. У Кика, к сожалению, не всегда лимитированные коллекции какие-то получаются удачные, но здесь все хорошо. И оформление, и цвет, и то, как растушевывается, и то, как выглядит на лице. Вообще все замечательно. Дальше давайте ускоримся. Что еще мне нравилось в последнее время? Во-первых, карандаш, который нам посоветовала Меган Маркл. Это Мак Тедди карандаш, который просто мягкий, он не особо стойкий, его можно легко растушевать, но он коричневый, с вот такими золотистыми блесточками. И если у вас карие глаза, если у вас не карие глаза тоже, этот карандаш вам будет просто идеально, идеально подходить. Мне он, кстати, тоже хорошо подходит, хотя у меня глаза совершенно, очевидно, не карие. Но, в общем, хороший карандаш, мне понравился, и оттенок тоже замечательный. Дальше еще один карандаш, в этот раз от NYX. Это карандаш, который называется Nude Suede Shoes, и это идеальный, просто идеальный нюдовый карандаш, который мне насоветовали купить американские блогеры. Ой, насоветовали, ой, чего там нам только американские блогеры не насоветовали покупать, ну, вот это прям очень хорошая покупка, я считаю, супер стойкий карандаш для губ, гелевый, который невероятно мягкий, вы его наносите, он прям, знаете, такой, ах, 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 и все, и у вас идеально накрашенные губы, и это цвет, который мне подходит вот прям на все 100%. Еще одна вещь, от которой я в восторге просто, тоже Полина нам насоветовала снова. Видите, у нас косметичка по советам звезд и блогеров просто какая-то получается. В общем, это тот самый скраб для губ от Dior, который сначала у меня вызвал какие-то подозрения, потому что это сахарный скраб, но одновременно это гигиеническая помада. Вы, когда пользуетесь этим средством, вы вроде как чувствуете, что там есть что-то скрабирующее, но на самом деле это больше как какой-то бальзам для губ. Он оставляет губы сияющие и еще немножко проявляет какой-то такой ровный розовый оттенок. Что в нем хорошо, что он долго-долго-долго держится на губах и их прям напитывает. То есть это эффект такой больше накопительный, даже какой-то, чем просто косметический, что вы прям чувствуете, что у вас губы чувствуют себя замечательно. Но, правда, он стоит, по-моему, 2000 рублей. Это, конечно, как-то круто для гигиенической помады. Но по поводу этой штучки прям коротко, потому что уже хвалила в одном из видео. Это тушь от Gucci. Тушь от Gucci. Восхитительная тушь, всем советую, если вы любите люксовую косметику и думали, купить ее или не купить, тушь действительно восхитительная. Дальше от бренда Vitex, это новый бренд косметики, ну как бы Белита Vitex, да, где Белита, там и Vitex, где Vitex, там и Белита, но в этот раз у нас Vitex отдельно сделал новую линейку косметики, у них на самом деле очень много разной косметики, мы с вами скоро поговорим про их, всю эту линейку, и у них вышло там, по-моему, 4 или 5 видов туши для ресниц. Мне, честно говоря, понравилась пока что только одна из этих тушей. И это тушь, которая называется 3 в 1. Здесь написано, что она придает и объем, и длину, и разделение ресницам. Тушь восхитительная, отличная тушь, которая хорошо прокрашивает, но она, конечно, не приподнимает ресницы, лично мои, но я как бы и не надеюсь уже на такие чудеса от обычной туши неводостойкой, но, тем не менее, и длина, и объем, и прокрашивание, и все на свете она делает, и стоит она рублей, наверное, 200. Дальше. Skin Paradise от L'Oréal, который мне чрезвычайно понравился. И мне, кстати, писали девчонки в комментариях. Спасибо большое вам за комментарии в Инстаграме и на Ютубе, что многие купили по моему совету и тоже хорошо вообще подошло это средство. Что это такое? Это тинт для кожи, увлажняющий тинт от L'Oréal. Наконец-то они выпустили прям реально достойный тинт, потому что они, знаете, несколько лет подряд пытались выпустить то BB-крем, у них был вот этот чудовищный Bonjour Nudista. На следующий год у них были какие-то лучше уже BB-крем, варианты. И вот такой Skin Paradise, это просто супер находка, ну, конкретно для моей кожи, потому что он и придает какое-то здоровое сияние лицу, и на 70%, ну, как они, по крайней мере, пишут, состоит из какой-то там водной эссенции, то есть вы его, когда наносите, вы чувствуете прям увлажнение, вы чувствуете, как будто вы воду просто нанесли на свое лицо, но здесь есть один такой момент, это то, что у него очень странная тема с оттенками, потому что оттенки у него ранжируются типа Fair там 0.1, 0.2, 0.3, дальше идет Light 0.1, 0.2, 0.3, там Medium, и знаете, ну просто не очень понятно, как бы, а какой все-таки вам выбрать. И еще потому, что это новинка, до недавнего времени в интернете не было нормальных сводчей, как какой оттенок выглядит. Короче, сначала может получиться нечто вот такое вот оранжевое, но потом он подстраивается под кожу, особенно если вы его растушевываете спонжем, и становится, в принципе, все хорошо.
хорошо, но это если вы более-менее угадали все-таки со своим цветом. Под меня вот этот вот Fair 03 подстраивается хорошо, но тем не менее я все равно считаю, что если бы он был на один тон светлее, если бы я купила 02, это было бы намного лучше. Вот здесь написано, что в составе минеральные пигменты и также какая-то там ухаживающая вода. И SPF здесь 20. Это вообще просто замечательная вещь, которая легко-легко ощущается на коже, и вообще всем она хороша. Но, кстати, она не то чтобы прям сильно сияющая, то есть у нее такой вот как бы эффект для лета идеально подходящий. Есть и матовость, и какое-то вот такое здоровое сияние, как будто просто у вас на коже ничего нет. Но она, кстати, не перекрывает недостатков, понятное дело, потому что, ну, это типа увлажняющий какой-то крем просто немножко с тинтом. Дальше у нас вот эта палетка от Charlotte Tilbury. Заказала ее на Cult Beauty, потому что, знаете, ну, это одно из легендарных средств вообще от Charlotte, а у меня его не было. И когда у них там была вот эта очередная их тема с гудибэк, за который нужно заплатить 160 фунтов, ну, то есть потратить там или 150 фунтов было на сайте, чтобы вам бесплатно дали этот гудибэк, у меня как раз лежали вот эти вот все штуки от Charlotte в корзине, я подумала, ну все, момент истины, когда все-таки надо заказывать. Восхитительная палетка, просто я не знаю, почему я раньше ее не купила, потому что она чрезвычайно хороша. И эта палетка, с одной стороны, здесь вот такой скульптор, который просто оттенка, который, я не знаю, наверное, один из лучших скульпторов, ну, по крайней мере, вот из такой ценовой категории, который я пробовала, идеальный совершенно цвет для светлого оттенка кожи. Это оттенок, который называется Light Medium, а, Fair Medium, и у них есть еще более темный оттенок. И вот это золотистый хайлайтер. Ну, Charlotte Tilbury, понятное дело, вообще по хайлайтерам такая девушка, очень любит все сияющее, и хайлайтер у нее яркий, красивый, но немножко с такими отдельными золотистыми блестками, но они вообще, знаете, не портят совершенно никакой вид вашего лица, а создают такой эффект, типа мы здесь все на вечеринке, просто шампань у нас во все стороны. В общем, выглядит действительно классно. Я очень довольна этой палеткой, я действительно рада, что я ее купила, и даже денег не жалко, так она хороша, хотя она вообще-то реально дорогая, и на сайте Cult Beauty она выходит где-то за примерно 3500 рублей, наверное. Дальше еще у нас какие любимчики были? Ну, Very Victoria помада тоже от Charlotte Tilbury, уже вам рассказывала. Помада честная, в отличие от Pillow Talk, которая не намекает вам, что она слишком розовая, а на самом деле оказывается красной. А здесь вот такой вот как бы коричневато какой-то розовый оттенок вполне себе. Мне намного больше нравится, чем Pillow Talk, и этой помадой пользуется Меган Маркл. Мы с вами в том ролике тоже ей красились. Этот оттенок прям, я в восторге от него. Восхитительный консилер от Armani. Тоже находка от Полины. И это консилер у меня, это оттенок 03. Замечательный, реально замечательный консилер, наверное, один из лучших вообще консилеров за всю жизнь, который я пробовала, не скатывается в морщинки под глазами, хорошо все замазывает, у него, конечно, покрытие не плотное, то есть это скорее среднее покрытие, но, в принципе, вы вряд ли найдете люксовые консилеры, которые будут именно с плотным покрытием, если это не какие-то специализированные, типа там от Fenty Beauty, ну, знаете, таких марок, которые больше нацелены на какой-то там перформанс, да, такой уже больше. Замечательный, прям советую вам на него обратить внимание, и вообще, конечно, косметика от Armani, она действительно хороша. Если говорить про люксовые бренды, то, наверное, Armani это один из лучших люксовых брендов, которые сейчас есть на рынке. И еще одна замечательная вещь, это BB бальзам от бренда Dr. Jart. Недавно я вам рассказывала про вообще все BB кремы, самый известный корейский, и там подробно я рассказывала про этот BB бальзам. У меня сейчас, мне кажется, вот здесь на брови какой-то, знаете, какой-то кусок кошачьей шерсти, то ли на реснице, я его все время вижу, вот так он где-то у меня мотается, но я не могу понять, где он. В общем, BB бальзам тоже всем хорош. И когда вы его наносите, вы сначала немножко в шоке, потому что он рыжий. Он выпускается в единственном оттенке. И вот таких бальзамов у них есть штук, наверное, 5 в ассортименте. Они там все разные. Вот есть золотой, есть серебряный, есть черный, есть белый. Они все хорошие. Они все с таким прям люксовым ароматом, с таким люксовым обликом своим. И здесь SPF 45. Он осветляющий. Ну, то есть он не отбеливает кожу, он осветляет лицо в принципе. И также здесь какой-то комплекс по борьбе с морщинами. В общем, когда вы его наносите, сначала вы в шоке, потому что это явно очень темный цвет. Но потом вы его растушевываете. Советую, кстати, такие вещи наносить влажным спонжем. В принципе, можно пальцами наносить, но кистью, конечно, это потому что BB крем, вряд ли вам это подойдет. Кстати, смотрите, L'Oreal, видите, у нас подстроился уже под кожу, вот он был. Ну, чуть-чуть вот он темнее. Чуть-чуть темнее для меня, чем было бы идеально, я считаю. И здесь вот у нас Dr. Jart тоже творит какую-то магию. И видите, он прямо на глазах становится светлее. То есть все равно, если бы он был прям
прям чуть-чуть светлее было бы вообще идеально, но он сейчас подстроится до конца. И он настолько делает кожу красивой, то есть это абсолютно такое сатиновое покрытие, которое, в принципе, маскирует какие-то недостатки, идеально выравнивает тон, вообще не ощущается на лице и просто делает кожу здоровой. Вот как будто у вас нет ничего на лице, но при этом ваша кожа выглядит восхитительно, реально восхитительно. Ну-ка. Эти ароматы косметики, просто такой аромат у этого BB-крема. Но еще раз хочу сказать, Dr. Jart бренд дорогой у нас. Почему-то у нас его продают за 2-4 тысячи рублей. Вот такой бальзам, я считаю, это космическая просто цена для него, потому что на корейских сайтах он продается где-то за $25 без распродаж. А на распродажах-то его можно найти за $17, за $15, я даже однажды видела. То есть лучше все-таки заказывать с каких-то корейских сайтов, там с Джолзе, со Style Korea, ну, на Джолзе, кстати, подешевле, насколько я видела именно этот бренд. И, ну, если хотите, можно, конечно, купить в России, но просто как-то наценочка там у нас такая вот прям крутая. На этом я заканчиваю сегодняшнее видео, я надеюсь, что оно вам понравилось. Видите, у нас сколько было интересных находок, и очень скоро мы с вами поговорим еще про бюджетные находки последнего времени. Здесь у нас было несколько бюджетных предметов, но не все, мы с вами скоро поговорим именно про всякие бюджетные новинки, интересные штучки. Спасибо вам большое за сегодняшний просмотр ваш и за дальнейшие все ваши просмотры и за ваши прошлые просмотры. И огромное вам спасибо за ваши добрые комментарии в мой адрес, за то, что вы, в общем, вы со мной, за то, что вы меня слушаете, за то, что вы интересуетесь косметикой и моим каналом. Я вам желаю сегодня замечательного яркого дня, чтобы вы были как цветочки, чтобы вы где-нибудь ходили сегодня в красивом парке, наслаждались природой, наслаждались вообще всем самым прекрасным на свете, чувствовали себя замечательно. Спасибо вам еще раз и до скорых встреч на моем канале. Всем пока!